Торжественные мероприятия по случаю 70-летия Победы прошли и на территории Саратовской таможни. Здесь установили бюст маршала Советского Союза Георгию Жукову. Это мероприятие состоялось в рамках патриотического проекта «Аллея российской славы». По словам сотрудников таможни, такие мероприятия направлены на воспитание патриотизма у молодежи и сохранение памяти о героях у потомков. Почему именно Жукова? Потому что все значимые победы, сражения, которые были в Великой Отечественной войне, они связаны так или иначе с именем Жукова. И в ранге генерального начальника, генерального штаба, когда он служил, или руководил фронтами, руководил операциями. Имя Жукова – это символ победы. Не зря его называли от маршала до рядового маршалом победы.